Агрофирма «Поиск» вновь встречает друзей и коллег. Крупнейшая в России компания по селекции и семеноводству провела день открытых дверей. О новых достижениях компании и вопросах, которые интересовали участников встречи, расскажет Богдан Колесников. Лекции, обучающие мастер-классы и дегустация собственной продукции агрофирмы. День открытых дверей объединил фермеров, представителей садовых центров и бизнес-партнеров со всей страны. Приехали познакомиться с новой продукцией компании «Поиск». Сотрудничаем с ней давно, но приехали первый раз, вот, чтобы познакомиться и заодно импортозаместить наш, скажем, такой ассортимент, который мы, в принципе, торговали раньше. Побольше хочется ознакомиться с ассортиментом для того, чтобы предложить нашему покупателю больше выбора, скажем, на наших прилавках. У агрофирмы «Поиск» более 3500 клиентов по России. И многие сегодня в этом зале. Обмен опытом и реализация совместных проектов – одна из ключевых задач встречи. Говорили о перспективах развития зеленого бизнеса, обеспечении фермеров высококачественной продукцией и новых достижениях в области селекции. Нам есть что сказать, потому что на сегодняшний день все-таки мы однозначно лидер российского рынка для продукции сада и огорода. Причем по целому ряду позиций мы абсолютные лидеры. Это если взять и суммировать семена овощных культур для профессионалов, для любителей и для торгующих организаций. Декоративные плодовые растения, луковичные растения, производство сеянцев и черенков. Это все позиции, в которых компания занимает лидирующее положение. На российском сельскохозяйственном рынке агрофирма «Поиск» более 30 лет. За это время компания выросла в крупное предприятие, в состав которого входят селекционные центры и питомник растений. На этой демонстрационной площадке овощей открытого грунта можно увидеть селекционные разработки по всем культурам. У нас шикарная линейка базиликов с различными ароматами, которые можно в горшках выращивать. Редис, который не уходит летом в стрелку, так же, как и салат «Грин Стар». Безупречная просто подборка томатов для открытого грунта, как начиная от маленьких чериков, вот у меня в руках золотой поток, и заканчивая крупноплодными биф-томатами. Все это можно вырастить своими руками. Здесь у нас в Подмосковье это вызревает замечательно. 5-6 кистей можно собрать. Если еще пару лет назад производители овощей и зеленых культур часто ориентировались на сорта и гибриды зарубежной селекции, то теперь налаживают отечественное производство. И селекционеры «Поиска» проводят в этом направлении большую научно-исследовательскую работу. Если мы говорим открытый грунт, это капуста, морковь, свекла, лук репчатый. Для теплиц, конечно же, востребованы наши разработки по томатам, по огурцам, перцам и баклажанам. Работа до сих пор ведется, и я уверена, что будут еще более крутые результаты. И наши российские семена, конечно же, в ближайшее время себя проявят еще лучше, и импортные гибриды мы перекроем. Здесь ведут селекцию по 18 овощным культурам. За 34 года селекционной работы создано более 830 сортов и гибридов. Каждый зарегистрирован в государственном реестре селекционных достижений. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.